10 лет на сцене. Круглую дату отмечает танцевальный коллектив «Зум». О том, что такое уличные танцы, расскажет наш корреспондент. Хип-хоп, R&B, брейк-данс. Список направлений уличных танцев широкий. Уличные они, потому что развивались вне хореографических студий. Дэя Шлёнская выбрала хип-хоп 4 года назад. На концертах выступает не в первый раз. О том, что такое волнение, давно забыла. Сначала волновалась, но потом я себя взяла в руки, и уже все было нормально, я собралась. Эта группа очень хорошая, я обожаю хип-хоп просто. Это самое крутое, то, что мне нравится. Танцевальные номера показали не только опытные, но и новые участники коллектива. Возраст выступающих от 5 до 18 лет. Занимаются в студии около 60 детей. О создании танцевального коллектива руководитель Анастасия Плесухина говорит: «Все просто, так душа легла». Практически занимаем всегда хорошие места. Были в Сочи, в Казани, в Питере, в разных городах. Становились лауреатами. Очень насыщенная, интересная жизнь внутри коллектива. Очень любим ездить на фестивали. Достаточно за 10 лет вышли на высокий уровень. Областные, всероссийские и международные фестивали. «Зум» побывал везде. Отдать в танцевальный коллектив ребенка можно уже с 3 лет. Айташ Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.